Мужик. Боже, ты надо так храпеть. Да, для меня это уже не удивление. Он храпит сильно-сильно. Мы к этому уже привыкли. Такое впечатление, что дома мужик храпит. Боже. Как у меня фиалочки зарозовели. Ой, красотки, это новые листики пошли, которые уже пошли у меня. Очень красивые, очень. А эта фиалочка пустила бутоны. У этой фиалочки новые листики пестролистные. Значит, со светом все в порядке. Хватает ей света. Там тоже идут пестролистные листики. И там далеко тоже. Вот такие вот красотки. Кстати, это временный вариант у меня. И на такой вот конструкции. Когда вынимаешь фиалочку или переставляешь, стаканчик получается устойчив. И они не цепляют одна другую. Очень устойчивый стаканчик, тяжелый, благодаря камушку. Камушки я предварительно ошпарила несколько раз кипятком, то есть... Принеся их с улицы, я их обработала. Фитиль работает, даже при таком изгибе, да, как он у меня стоит. Да, там пенопласт, камушек. Фитиль у меня работает, проверено. Поэтому раз, два, три. Три фиалочки у меня, даже четыре, наверное. Четыре фиалочки у меня на камушках. А вот эта фиалочка у меня в рюмочке. Рюмочка тоже тяжелая, и она не дает переворачиваться. Поэтому я уже задалась таким вопросом, брать не стаканчики, такие вот бумажные, пластиковые, а брать для фитильного полива что-то такое керамическое. Поверьте, это очень удобно. Хочу порекомендовать вам интересный канал Ньюфарм. Канал с необычной озвучкой и крутым монтажом. На канале показываю интересные топы, факты, а также невероятные истории из реальной жизни. Рекомендую подписаться. Канал достоин вашего внимания. Ссылка на описании. Так что вот такой вот пробный вариант мне очень-очень понравился. Мои орхидеюшки после полива. Черная птичка.
батончики темные. Посмотрим, что дальше.